Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. Почему в Арцахе нет армян? С верой на возвращение Апараш продолжает свою деятельность в Восточной Армении. Армянский гардман Хачисар. Посол представил международным СМИ проблемы сохранения армянского культурного наследия в Арцахе. Обучи преподавателя программа для переселенцев из Арцаха. В Айотзорской области хачкары получили новую жизнь. На 33-х Олимпийских летних играх в Париже нашу страну представит легкоатлет. Опубликован заключительный доклад «Почему в Арцахе нет армян». В отчете задокументировано, как население Арцаха намеренно подвергалось регулярным атакам, блокаде и запугиванию со стороны Баку, в результате чего основные права арцахцев были грубо нарушены, лишив элементарных условий жизни. Отчет был подготовлен совместно с организацией «Международное партнерство по правам человека», Фондом развития демократии, Хельсинской гражданской ассамблеей «Ванадзор», «Защите прав без границ», Фондом развития и защиты права и правозащитной организации. В ходе более чем 330 интервью со свидетелями со стороны бакинской власти зафиксированы грубейшие нарушения норм прав человека, международного гуманитарного права и международного уголовного права. Миссия по установлению фактов установила, имеются достаточные доказательства прийти к выводу, что эта практика и другие действия, упомянутые в настоящем резюме, также представляют собой преступления, предусмотренные римским статусом Международного уголовного суда, включая статью 7 «Преступления против человечности» и статью 8 «Военные преступления», и согласовывается с определением депортации или насильственное перемещение населения, также соответствует критериям этнической чистки, установленных экспертами ООН в контексте конфликта в бывшей Югославии. Обсуждение заключительного доклада состоялось 1 июля. Полная версия доклада будет доступна в сентябре 2024 года. После Арцахской трагедии 2023 года арцахская пресса прекратила свою деятельность. Также было приостановлено издание, выходящее раз в две недели, газеты «Апараш». Однако, независимо от ситуации и трудностей, сайт «Апараш» продолжал свою деятельность. Веб-сайт сообщил: обновленный сайт продолжит свои исследования общественных, социальных и политических проблем Арцаха, будет освещать события, происходящие в мире и во всеармянском пространстве, продолжит озвучивать борьбу Армянского национального суда за восстановление прав армян Арцаха, достигнув международного правосудия, чтобы говорить о судьбе изгнанного народа Арцаха, существующих проблемах, шагах и решениях, которые необходимо предпринять. Политическая, общественная и литературная газета «Апараш» Арцаха впервые была опубликована в 1917 году в городе Шуши. После долгого перерыва в 1991 году освещала ход освободительной борьбы Арцаха, путь борьбы армянского народа вплоть до наших дней, прививала идеологические и национальные ценности. Во время 44-дневной войны 2020 года выпуск газеты также был временно приостановлен и переиздан уже весной 2021 года. Веб-сайт продолжал свою работу во всех ситуациях, начиная с 2010 года. Оставаясь верным своим читателям, с верой на возвращение, газета «Апараш» продолжает свою деятельность в Восточной Армении. Хачисар – армянское село с древней многовековой культурой, в настоящее время расположенное в Азербайджане, в 22 километрах к юго-западу от города Шамхор, в ущелье, окруженном с четырех сторон горами. О том, что село имеет многовековую историю, свидетельствуют многочисленные памятники. Остатки крепостей, хачкары, надгробия, часовни, церковь, крепости князя Баграма Шамхора и Галабоюни 13-14 веков. Село ранее располагалось на восточном склоне горы Хачисар. Затем постепенно увеличилось и заняло также западный склон, расположенный на берегу реки Джагир, недалеко от города Ганзак в исторической провинции Гардманнац, Утик, на шоссе Шамхор-Геттабек. Древнее село на протяжении веков было опорой и гарантом безопасности более 15 окружающих армяно-населенных сел, армянским боевым духом и символом. Согласно легенде, на горе Хачисар был расположен большой колокол, с помощью которого окрестные жители предупреждали о нашествии врагов. Армяне Хачисара во время армяно-татарских столкновений в 1905-6 годах отличались исключительной храбростью и несгибаемым боевым духом, несмотря на стратегически неудобное географическое положение села.
Село было главной целью турецких атак, поскольку, сломив сопротивление Хачисара, врагу, по всей вероятности, удалось бы подавить самооборону остальных населенных пунктов края. К сожалению, в конце 1987 года в результате безнаказанности и неадекватной международной реакции политика преследования и уничтожения армян, проводимая властями Баку, насильственное выселение армян из Ганзаха, Шамхора, Ханлара и других армян населенных районов привели к тяжелым последствиям. Насилие в отношении армян Хачисара в конце 1987 года и погромы, совершенные бакинскими властями в 1988 году, стали прелюдией к более ужасным событиям. Геноцид, насильственное выселение армянского населения из родных земель, что осуждается всеми международными законами, постановлением Фундаментальной конвенции Организации Объединенных Наций в 1948 году. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Восточной Армении в Греции, на Кипре и в Албании Тигран Макрчан дал интервью кипрскому изданию Financial Mirror, подчеркнув важность сохранения армянского культурного наследия в Арцахе, осветил вопрос права на возвращение населения, также коснулся ложного пропагандистского тезиса западного Азербайджана, распространяемого со стороны Баку, в состав которого входит и Армения. Посол также коснулся удерживаемых в Баку армянских пленных и возбужденных против них искусственно созданных судебных дел. Отмечается, что вышеуказанные вопросы являются основными препятствиями на пути к установлению мира в армяно-азербайджанских отношениях. Программа «Обучи преподавателя» завершилась организованной в культурном центре «Терьян» выставкой. 30 наших соотечественников, насильственно перемещенных из Арцаха, приняли участие в трехмесячных курсах традиционного армянского ручного искусства, овладев знаниями и навыками вышивания и керамики. Участники обучились различным видам вышивки, изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства, аксессуары, одежда, украшения, сувениры, обучались гончарной технике и так далее. Цель программы – приобрести новую профессию вынужденно перемещенным гражданам из Арцаха, возможность создать собственную продукцию, установить связь сотрудничества, создать творческие, образовательные, трудовые условия и возможность для получения дохода. Хачкары в Аюдзорской области Восточной Армении получили новую жизнь. Об этом сообщает служба историко-культурных музеев, заповедников и охраны исторической среды. Отмечается, с помощью техники в седле Гандевас сотрудники Аюдзорской региональной службы охраны исторической среды подняли хачкар, датируемый 13-14 веком. Хачкар, датируемый 13-17 веком, был обнаружен на территории кладбища Гандевас. Кладбище находится в южной части села в 250 метрах к востоку от церкви Сурп-Аствацацин, где есть надгробия в форме плоских и настольных плит, гробницы и хачкары. Также сотрудники областной службы воздвигли хачкары на кладбище, расположенном в сельской местности поселка Ринт. Упавшие хачкары также были вновь установлены. На 33-х Олимпийских летних играх в Париже от Восточной Армении будет участвовать легкоатлет. Право на участие в играх получил бегун Ервант Макарчан. До начала Олимпийских игр осталось чуть меньше месяца. Торжественная церемония открытия главного спортивного события состоится 26 июля в столице Франции. На данный момент от нашей страны квалифицировались 14 спортсменов. Стрелок Эльмира Карапетян, гимнасты Артур Давтян и Ваан Давтян. Борцы Славик Галстян, Малха Самоян, Артур Алексанян, Арсен Арутинян, Вазген Теванян. Штангисты Андраник Карапетян, Гарик Карапетян, Вараздат Лаян, боксер Давид Чалоян, пловцы Артур Барсиян и Барсеник Манучарян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!